Всех приветствую на своем канале. Это канал обзоров корейской косметики, и с вами Дарья. И сегодня я хочу закончить трилогию о бренде Lyricas. И в сегодняшнем видео я буду рассказывать об антивозрастных кремах. Вот такие 4 пробничка у меня есть на сегодня. Ну, что есть, то есть, поэтому расскажу только о них. Начну, наверное, с вот такой ампулы. Называется Marine Wrinkle Defense ампула. Это средства вот этой линии, они содержат формулу Marine Wrinkle Defense, в котором содержится 3% пептида морских улиток. Это очень интенсивная линия, она содержит морской ботоксин, который обеспечивает упругую шелковистую текстуру кожи. А также минеральный баланс, он активно питает и насыщает вашу кожу. Сразу хочу сказать, что продукт это курсовой. То есть от одной и двух ампул вы эффекта не почувствуете и не достигнете. Для того, чтобы был результат, нужно использовать не меньше месяца вот этот продукт. Поэтому, если у вас нет возможности достать минимум там 30 пробников, то лучше не начинайте пробовать, потому что его нужно использовать как бы серийно и подряд не прерываясь. А лучше использовать до 3 месяцев, тогда вы достигнете эффекта и закрепите его на долгое время. Вот эта конкретно ампула, ее содержимое мгновенно воздействует на мелкие морщинки и очень хорошо укрепляет кожу, то есть как бы выталкивает морщинки изнутри и закрепляет результат, эффект, тем самым помогая эпидермису восстановить гладкость и эластичность кожи. Очень хороший антивозрастной эффект достигается с этой ампулы против морщин, и также улучшается состояние кожи в целом. Вот такая консистенция у данного продукта. По цвету похоже на мед. Очень густая, впитывается, знаете, вот я заметила, что долго впитывается, то есть, скорее всего, подходит на вечерний, как бы, уход. Вот сначала чувствуется небольшая липкость, которая минут через 5-7 проходит, но если нанесли слишком много, то липкость может немножко подольше чувствоваться кожей, поэтому главное не переборщить. Достаточно маленькой капли, очень хорошо, как бы нужно ее растереть, нанести на кожу и ждать, пока она полностью впитается. Аромат у нее такой средний, ненавязчивый, ну, я не скажу, что какой-то противный, обычный такой. После того, как ампула впиталась, кожей должно ощущаться такое комфортное состояние, и никакого блеска быть не должно. То есть, если у вас после использования имеется блеск на поверхности, значит, просто промокните его салфеточкой, там, промокашкой, иначе остальные слои вот ухода, они будут хуже впитываться и хуже усваиваться кожей. Ну вот, данная ампула, к сожалению, у меня не было достаточного количества, чтобы применять ее курсом. Но за несколько дней, вот у меня было несколько штучек, за несколько дней я получила шелковистую кожу, и я стала чувствовать, что кожа начала как бы оздоравливаться, укрепляться. Я думаю, что вот этот курс, если его проходить где-то месяц, ну минимум месяц, он даст неплохой результат. И лучше использовать девушкам от 35 лет, потому что уж очень насыщенный состав. Думаю, что молодой коже он ни к чему. Переносится кожей очень легко, никаких нареканий у меня нет к этому продукту. Ни прыщей, ни сухости, ни покраснения, ничего этого не было.
за период использования. Но опять-таки у меня период использования был недолгий, но кожа моя реагирует сразу на нехорошие составы, на нехорошие продукты. Поэтому эту ампулу могу рекомендовать как, наверное, первую ступень ухода и с последующим нанесением антивозрастного крема сверху. Интересный продукт. Следующий пробничек у меня, я о нем уже рассказывала. Это мой любимый крем для век. Так, сейчас я вам покажу. Эксперт Restoring EA крем. В пробнике его очень мало, к сожалению. Прям сложно так извлекать. Маленькое количество. Этот крем предназначен для сухой возрастной кожи. Вот так он выглядит, такая консистенция. Очень просто наносить, он не растягивает кожу, он быстренько впитывается, имеет приятный аромат. Вот, он очень мягкий по воздействию, мягкий по ощущениям. И он действительно работает. То есть я чувствую, что с ним морщинки стали менее выраженными. Особенно те морщинки, которые вот только-только начали проступать и которые стали появляться от сухости кожи. Крем летом вообще замечательно себя ведет, увлажняет, насыщает, придает мягкость и упругость кожи. Вот более подробное видео вы можете найти в моих обзорах, там более подробно об этом креме рассказывала. Сейчас останавливаться не буду особенно, перейду к другим продуктам. Это антивозрастной крем с конотоксином, по-моему, так называется. Что я знаю об этом продукте? Это такой микрорелаксант. И действие этого микрорелаксанта, не выговоришь с первого раза, основано на блокировании импульсов нервных окончаний. То есть за счет этого происходит сокращение мышц, и мышцы не растягиваются, то есть по принципу ботокса. В состав крема также входит аналог яда морской улитки. Вот тот же, который обеспечивает как раз-таки мощное воздействие на нервные окончания и минимизирует такие проявления старения, как дряблость кожи и морщинки. Вот как пишет производитель, при курсовом использовании крем помогает сгладить уже имеющиеся мимические морщинки и предотвращает появление новых. Мышцы постепенно теряют чувствительность, вот, и тем самым продлевают молодость вашей кожи. Этот крем также рекомендуется использовать не менее 30 дней до появления стойкого результата и до закрепления его. Сейчас я вам покажу консистенцию. Вот такой мягкий, очень довольно такой сливочный, немножко густой. И такой, видите, тягучий за счет того, что содержится вот от морской улитки, как сказать, фермент, не фермент, что придает крему такую тягучесть. Но крем, надо сказать, несмотря на то, что вот он такой по своей консистенции, да, он не оставляет ощущения жирности или липкости. Он так мягко впитывается, что никакой пленки тоже не чувствуется. Очень мягкая формула, очень мягко распределяется и мягко действует. Почему еще рекомендуется курсовое применение этого продукта? Потому что действует он мягко и постепенно. У меня сейчас его немножко больше нанесено, чем вообще следует. Достаточно тоже небольшого количества крема. Вот данного пробника вообще хватает на 3-4 применения, хотя крема здесь очень мало. А этот крем я рекомендую женщинам после 30 лет, у кого кожа подвергается агрессивному воздействию, скажем,
действию компьютера, например, или других каких-то негативных факторов. Крем поможет вам остановить старение и достигнуть очень хорошего внешнего вида кожи. Но я этот использовать крем не буду, потому что как бы действие пептидов я уже на себе испробовала, не совсем мои продукты. Вот эти пептиды, которые блокируют нервные окончания. Но если у вас с этим все в порядке, то можно использовать. Эластичность, упругость и вернет здоровье вашей кожи. Этот концентрированный крем для век, посмотрите, какой он густой. Его хватает, вот этого количества хватает на два применения. Крема, опять же, мало в пробнике, но он за счет своей густоты, он обеспечивает экономичность в нанесении. Он восстанавливает тургор кожи, укрепляет липидный барьер, активно питает и восстанавливает гидробаланс кожи. А кожа век вот с этим кремом очень быстро насыщается, регенерируется и омолаживается. Крем немножко липкий, особенно если вы нанесли его больше, чем нужно, нужно будет подождать, пока он полностью впитается. Поэтому лучше здесь, опять же, золотое правило, лучше меньше и смотреть по эффекту. Ну, кожа, я не скажу, что прямо она подтягивается, какой-то сильный видимый результат, хотя вот этот крем я тоже использовала курсом, но особенно такого подтягивающего эффекта я не заметила. Увлажняет, да, питает, освежает кожу, это есть. Какое-то вот чувство такое, что кожа стала более увлажненная, более мягкая, такое тоже было. Но антиэйджа, не знаю, может быть, мало пользовалась, но особо не ощутила. Вот, ну, что было рассказать, то вам рассказала. Если что-то вспомню, напишу в комментариях. И если у вас есть что добавить, то, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Будет очень интересно прочитать и поделиться с остальными зрителями вашими впечатлениями. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Всем пока!